Налоговый департамент области провел сегодня семинар на тему изменения в уплате обязательных платежей в бюджет с начисленной заработной платы. На эту тему часто возникают вопросы со стороны налогоплательщиков города. Для их удобства был организован данный семинар, на который был приглашен член Палаты налоговых консультантов Республики Казахстан. Лектор Юлия Прокопьева подробно рассказала о всех новшествах, связанных с налоговым законодательством. Но особое внимание, конечно, было уделено обязательным профессиональным пенсионным взносам в единый накопительный пенсионный фонд в установленном размере. Это изменения были, мы уже об этом говорили ранее на семинаре, когда изменения вводились 1 января 2014 года по индивидуально-подоходному налогу. Но здесь больше сейчас затрагивается именно вопрос внесения изменений в законодательство о пенсионном обеспечении Республики Казахстан и, соответственно, связанные с ним изменения в налоговый кодекс. В части обязательных профессиональных пенсионных взносов внесено дополнение в статью 156, согласно которой обязательные пенсионные взносы исключаются из дохода физического лица, подлежащих налогообложению. Такие семинары очень удобны для предпринимателей и их сотрудников. Их проводят часто. Это намного удобнее, чем простаивать очередь у окошка консультанта. Поступает очень большое количество обращений от предпринимателей. И, естественно, очень большое количество именно по налогам, по налогообложению, по отчислениям, по изменениям в законодательстве. Это большой массив обращений, очень большой. Чтобы знали, какие изменения есть, как заполняются, вопросы часто возникают, допустим, с изменениями в налоговый кодекс, соответствующие другие там законы, правила вносятся изменения, поэтому вот такие вот семинары, я думаю, очень полезны. А вот с 2016 года будет вводиться всеобщее декларирование для физических лиц. Если лицо совершеннолетнее и получает доход, то каждый год будет отчитываться перед налоговой, где, когда и сколько он заработал. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.